Добрый день, с вами канал Малорама. Первый фрагмент, 30-я серия сериала «Три сестры». Дюнюш узнала, что родители разводятся и вместе с Дерьей намерены убедить их не совершать большую ошибку в их жизни. Все близкие хотят уговорить их прислушаться к своим чувствам и любви, которые они проживали ранее. Хоть мама Несрин не хочет развода, но отец Садык не может ее простить и скажет, что для него нет больше такой женщины, как Несрин в его жизни. С помощью шантажа Мине уговаривает Самера забрать жалобу и предупреждает, что Тюркан не даст ему этого сделать. Мине прекрасно умеет манипулировать Самером и знает, что он не позволит себя унизить, и его гордость превыше всего. Самера такие слова очень задевают, что Мине считает, что в их семье последнее слово за его женой Тюркан, и он намерен доказать обратное. Тюркан против того, чтобы Мине вышла на свободу. И настаивает на своем, что если Самер заберет жалобу, то она уйдет с его жизни. Мустафа сблизился с Дерьей и не намерен смотреть, как ее учитель имеет смелость заигрывать с ней и ударит его. В тюрьме, где отбывает наказание Мине, ее сожительницы по камере узнают, что она виновна в смерти ребенка. И она должна понести свое наказание за это преступление. Рючхан предупреждает Тюркан, что если Самер решил отозвать свою жалобу на Мине, значит, на то есть причина, и лучше не стоять у него на пути. Самер согласен освободить Мине, но при одном условии. Какое именно условие поставит он Мине? Увидим в 30-й серии сериала «Три сестры», которая выйдет 13 декабря в 20 часов ровно на телеканале Ди. На этом у нас все. Подписывайтесь на наш канал и до скорых встреч!